победой СК «Днепр-1» над чешской командой, подводит черту первого турецкого сбора. Рядом со мной главный тренер Дмитрий Михаленко, который прокомментирует этот матч, ну и в принципе, если можно, итоги по первой части, скажем так, турецких историй. Матч получился такой, какой в принципе всегда и получается. Последний матч на сборах команда уже сложила сумки, вот, поэтому темп был невысокий, и скорости тоже. Отлично, что все закончилось победой, отлично, что все закончилось без травм. И мы не пропустили особо много, противнику тоже не позволили создать, но нужно отдать должное, что команда не совсем высокого уровня. Это четвертая чешская лига, вот, поэтому я думаю, для нас это идеальный матч, если рассматривать как для последнего, это отличный вариант. На этих сборах с вами работало 3 стажера. Как вы можете прокомментировать их работу, насколько они оказались полезными? Отлично. Могу сказать, что все ребята отлично проявили себя. Видно работа нашей академии. Ребята, прежде всего, скромные, это самое важное для нас. Хорошо принимают информацию, хорошо обучены. И для нас, видите, все из них, все 3, без пропуска в единой тренировке. Сегодня нас было всего 16 на замене, остальные приболели. Вот, а все 3 парня полностью тренировали сборы, которые, наверное, для них были довольно тяжелые, поэтому это тоже не может не радовать. Если можно, коротко, что вам понравилось на сборах? Может быть, какие-то неожиданные моменты? И наоборот, в каких аспектах все-таки на втором сборе стоит придать больше значения? Ну, понравились условия, отличные условия для тренировок, отличные условия для игр, для восстановления, все на высшем уровне. Ну, мы только в начале, можно сказать, периода, когда мы набираем форму, поэтому состояние еще, ну, конечно, не оптимальное. Работать будем тоже и над тактикой, и уже над другими, уже более над скоростью будем работать на втором сборе. Здесь, ну, сбор прошел полностью удовлетворительно, с погодой повезло, один день всего был дождь, поэтому, ну, все здорово. Соскучились по дому, с каким настроением домой? Конечно, с хорошим, тем более выиграли. Поедем 3 дня, отдохнем и снова приедем сюда готовиться к сезону.